В Новосибирской области планируют построить 10 приютов на 100 животных каждый. Сейчас отловленных собак и кошек порой просто негде размещать. В городе работает один муниципальный приют. Мы понимаем, что есть та категория собак, которая будет оставаться у нас на пожизненном содержании. И потребность у города непосредственно в создании новых приютов есть. И совместно с управлением ветеринарии мы делали расчет, какая потребность для города есть. Она у нас существует, как минимум 3 приюта нужно в городе по 250 голов. Помимо муниципального приюта в городе действует несколько частных. Все они стерилизуют, вакцинируют и чипируют животных. Такую работу в частных приютах начали несколько лет назад. В муниципальном центре по проблемам домашних животных в прошлом году. После всех процедур неагрессивных собак выпускают. В прошлом году таких было около 700. В 2020 в регионе отловили 1706 животных без владельцев. 92 кошки, остальные собаки. Сейчас в Ленинском районе планируют зарезервировать место для строительства нового приюта. Все абсолютно животные у нас, которые попадают к нам, они у нас чипируются. Поэтому, если владелец забирает животное, то при необходимости, по его желанию, мы можем внести информацию в эту электронную базу данных. Она общероссийская, она доступна. Чипирование, да, действительно, на сегодняшний день это единственный способ, который позволяет достаточно быстро и эффективно отслеживать. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.